И у меня в руках полный инструмент модели Casotta 414, 41 и 4. Эти цифры означают, что здесь 41 клавиша в правой клавиатуре и 4 голоса. Этот инструмент имеет так называемую Casotta-камеру или ступенчатая дека. Как я уже объяснял в одном из своих видеороликов, вы можете его просмотреть. Casotta 7 восьмых был инструмент. Примерно такой же, только чуть покомпактнее, на 37 кнопок. У него также присутствует так называемое это заграждение Casotta-камеры. Резонаторы все смотрят в одну сторону на этом инструменте, но при этом есть дополнительная ступень, дополнительная планка, которая делает звук фагота и кларнета приглушенным. Ну, предположим, вот у нас кларнет. И так вот он звучит. Открытого регистра здесь отдельно нет, потому что на этом инструменте это не имеет смысла, но тем не менее в комбинации это дает достаточно такой яркий, интересный тембр. Подключая пикколо, мы получаем еще более яркий инструмент. Этот инструмент без розлива, что хорошо подходит для жанров танго, джазовых импровизаций, балканской, сербской, молдавской народной музыки, где как раз применяется все это. Всевозможная вот эта мелизматика, форшлаги, переливы именно в этой национальной музыке. Этот инструмент будет стоить немного дешевле, чем модель Supra или Supita, потому что он собран, скажем, серийно, да, и учитывая, что звук у него похож на полноценное Casotta, то есть полноценное, все-таки в плане технической сборки его сделать легче, и поэтому его цена более привлекательна. Конечно, этот инструмент подойдет и для профессионалов, и для любителей, и для детей старших классов музыкальной школы, и начальных классов колледжей и так далее. Этот инструмент очень солидно смотрится как на сцене, так и для небольших концертов и, конечно же, репетиций. В левой клавиатуре здесь тоже полноценный набор басов, полноценный набор регистров. Как это традиционно в моделях Sapphire и других моделях. Данный инструмент мне очень нравится, учитывая, что его вес легче, чем инструмент Supra или Supita с полноценной ломаной декой. Этот инструмент по весу легче, и играть на нем в плане эргономики более удобно. Всем спасибо за просмотр, выбирайте Weltmaster, и вы не ошибетесь. Пока!